Всем привет! С вами спортивные братья Адель и Артур. Это уже 12-й выпуск «Вызов для подписчиков», где каждую неделю мы разыгрываем 300 рублей. А также это 4-й этап, где участники борются за жилет-утяжелитель. Итак, мы подводим итоги предыдущего выпуска, где вам нужно было сделать такое упражнение, как пистолетик. Да, мы качали ноги. Итак, мы начнем с третьего места. Им стал Радик. Он сделал 50 повторений. Получает 1 балл в борьбе за жилет. Поздравляем. Итак, второе место. Им стал Рустам. Он сделал 55 повторений и получает 2 балла. Итак, первое место. Им стал Андрей. И он получает 3 балла. И он сделал 61 повторение. И вы снова увидите его на экране. Да, отлично. Итак, задание на 4-й этап. Это будет 3 упражнения, вы должны сделать это за 5 минут. Но сейчас лучше покажем, как это делать. Итак, начнем. У нас будет 3 упражнения. Первое – это будет подтягивание. Второе – будет отжимание от пола. И третье – это будет приседание. Это будет один круг. Вам нужно будет это сделать за 5 минут. Как можно больше кругов. Итак, у нас будет 5 подтягиваний. Делаем максимально качественно. Следом идет у нас отжимание от пола. 10 повторений. После 10 повторений у нас идет приседание. 15 повторений. Вот у вас 3 упражнения. Вы должны сделать как можно больше кругов за 5 минут. Победит тот, кто сделает больше. Да, логично. Так, также следим за техникой. Подтягивание. Руки выпрямляем внизу. Подтягиваемся до подбородка. На отжиманиях мы выпрямляем руки до конца. И касаемся земли грудью. Также приседание. Тоже следим за техникой. Стараемся приседать чуть ниже 90 градусов. Стараемся, чтобы спина была прямая. И приседаем на носках. Ваши заявки скидывайте нам в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Принимаем заявки до понедельника, в течение всего дня. Все, давайте, ребят, ждем ваши заявки в нашей группе. Давайте бомбить вместе. Погнали, всем пока!